Всем здрасте. Мордасте. В день Святого Валентина я решила выйти в прямой эфир. И что бы я хотела сказать? Значит, лечу я в Калининград. Здесь на днях, говорят, новое караоке какое-то открылось. Поеду, изведаю. Вот, сейчас мужик вы своему любимому пела-пела, допела до того, что он аж уснул. Хорошо, я, значит, пела. Латвия, привет. Как няня выбрали? Нет, не выбрали. У нас еще няня будет в среду. Поэтому еще состоим в выборе. Опять выпили? Почему опять выпили? Мы еще допиваем. Вот, сегодня все-таки праздник, и имеем полное право. А, твои фото, и ты заходишь. Классно. Сама летишь или с детьми? Конечно же, я лечу с детьми, потому что сейчас будут каникулы, но вот мне сказали, что есть какое-то новое караоке, какой-то ресторан, и, конечно же, я хочу посетить. Мне на ухо вообще медведь наступил. Офигенно, мне тоже наступал, но я как-то это поборола. Какое вино пьешь? Кстати, очень вкусное, смотрите. Офигенное вино. И Мишина бутылка, чтобы я ее не забыла на ночь. Тоже сидим с мужем, дома отмечаем, дети спят. Где были? Почему не спишь? Потому что я еще отмечаю праздник. Что подарил муж? Завтра покажу. А, с Костромы привет. Гуляй, шальная императрица, в кругу на кавалера, забывая обо всем, легко влюбиться в императрицу. Не, у меня муж дома спит, так что все хорошо. Смотрела аферист из Тиндера? Нет, не смотрела, много читала. Окей. А с днем святого Валентина, пусть улыбок будет море, пусть уйдут печали и горе, пусть сотни, пусть печали, признаний, самых ярких ожиданий. Берегите чувства ваши, пусть они лишь будут краше счастья. Спасибо. Когда ребенок ходить начнет? Ребенок уже давным-давно ходит. Вы многое пропустили. Где муж на 14-е спит? А, Саш, как вообще... Саша, ты вообще стареешь, как дочь, девочка? Как девочка? Я девочка. Как девочка? Ну, конечно, мне еще 30. Так, не скучаешь за дом 2? Нет. Что подарили друг другу? Я подарила любовь и бутерброды со шпротами. Мне кое-что завтра покажу. Хочу весну, не могу. А как убрать тревогу и быть на позитиве? Бухайте белое вино, белое вино, белое вино. Мама, ради бога, я ни капли не пьяна, и не одинока, и не просто влюблена. Пропадаю я, ту-ту-ра, пропадаю я. Мама, вытри слезы, а иначе быть в беде. Любит ли Миша танцевать? Очень. Сегодня я его снимала, пока мы гуляли, веселились. Было очень весело. Вы сейчас поедете в караоке? Я очень хочу свалить из дома. Но я понимаю, что Миша где-то в 2 часа начнет требовать вот эту вот бутылку. Поэтому мне надо быть дома. Да, у тебя хороший голос, спасибо. Как же ты станешь взрослой, еще потанцуешь?
танцы, обниманцы, давай прямой эфир со Стрункиной. Мы только что с ней общались, она говорит, блин, у меня все спрашивают, где наш прямой эфир. Я говорю, Стрункина, сегодня я на позитиве. Гуляй, шальная. А я пол помыла, а он ЗП принес. Офигенная история. Саш, вы супер форме, спортом занимаешься? Нет. Няня приходит, да, каждый день. А сейчас у нас идут пробные дни. Я смотрю, выбираю. И с 1 марта я надеюсь, что у нас уже появится няня. Потому что я хочу в Норвегию. Я сегодня прочитала, что там отменили все вот эти вот ковидные истории. И можно полететь. Ну, хоть у кого-то вечер удался. Да, конечно. Почему с тобой муж не тусит? Потому что он выдохся. Я ему... Значит, он смотрел зарубежное, вот этот зарубежный голос. Кайфовал, кайфовал, там как поют. Начала петь я. Он быстро уснул. Поэтому я поняла, что лучше петь одной. А, так. Привет тебе из Луганска. Луганск, привет.